вы перед танцем и называйте, коли ласка, что за танец вы будете танцевать. И можете тлумачить, показывать. Ну, спочатку вот с партнером. Можете мне потлумачить, как танцевать, показывать, а потом начать. Ну, давай, може, вальс. Ну, давайте. Вальс играем. Золотые горы. Эта песня пяется полностью, но я еще не знаю. Угу. А теперь, ну что можно? Вот Семенова мы танцевали. Ага. Ну, еще какой танец вы нам покажете? Что-то ж мы первое танцевали, вот когда... Польку.
бабочка, мы в Калининграде я танцевали. А тогда, тримается, хлопец за девочку заходит, да, сзаду крышку, коли уже да, сами? Да, да, вот так вот. Ну вот, как бы идем так, молодцы. Ай, а кто ты там ходит? Под Испань. Вон, гляди, сейчас повалится. Галя, дай спичек. Дай ей спичек, как она меня запалила. Это... Дякую, да. Станьте, калі ласка, разом, ось і назавіцеся на камеру. Ви. Хто для нас виконав гэтыя цудоўныя танцы? Показав. Назавіцеся, калі ласка. Галіна Алексеевна, Нізавец Кащеєва. Кащеєв Іван Трофімович, пенсіонер. А з якого ви году нарадження? 76 годов. З 33-го. С 33-го года и родом с какой вёски? Деревня Камишина, которой уже нет ничего. Ну, так само Сенинский район. Сенинский район. А вы, коли ласка? Чашницкий район, деревня Барсуки. 35-й год. Дякую вам великий, что показали. Что тут ой, я...